Привет всем, с вами Евгений Погребишский. Ну а сейчас я бы хотел показать, как записывать видео в компьютере. Например, вот я показывал в предыдущем видео, как записывать видео для того, чтобы как бы с Xbox. Как вот я это делал, я хотел показать. Вот, допустим, для того, чтобы записать видео с Xbox, нам нужна такая программка, вот у меня есть, называется Bandicam. Значит, тут в этой программе, тут я сейчас покажу настройки. У меня вот я подключил через USB микрофон. Вот я нажимаю здесь на микрофон. Сейчас зайдем в настройки. Вот у меня микрофон 85%. Здесь я ставлю галочку записывать звук. Веб-камера ничего не настроена. Мышка тоже ничего не настроена. Логотип, текст. Кроме звука ничего тут делать не надо. Выбираем первый микрофон, который, с которого будет писаться. 85%. Второе, ничего не надо, если как бы один микрофон. И все, выходим. Теперь по настройкам. Настройки следующие. Вот здесь мы выставляем папку, куда мы это все будем записывать. Здесь мы это можем выставить. Потом по видео, вот у меня написано, ну, здесь две галочки. F9, F10, это можно поставить как удобно. Потом суть такая, что... Вот видео, например, видеоформат. У меня H262 Intel QuickSync Video VBR Full Size 120 FPS 100Q AAC Advice Audio Coding 48HZ стерео 192, этот по видео. Теперь изображение, захват, кнопочка, это кнопочка для того, чтобы, если я, допустим, нажму на кнопочку P английскую, то у меня будет фотографировать на это, как бы, если я нажимаю, он будет фотографировать. Фотографии JPG высокого качества. Все, здесь больше ничего уже не надо. Вот главное, если когда мы установили такую программку, установить, значит, папку, куда мы будем это все писать. Здесь поставить две галочки. Здесь выставить кнопки, если это нам надо. Если мы пользуемся только мышкой, то вообще это не надо выставлять. Здесь видео. Мы выставляем формат вот этот. H264 Intel QuickSync Video VBR. Full Size, 120 FPS на 100Q, и здесь в звуке AAC Advice Audio Config 48, стерео 192. В изображении мы выставляем JPG и выставляем захват, горячая клавиша, это как бы захват, вот P, это как бы, ну, можно выбрать любую, по сути. Это если мы на эту кнопку нажмем, он будет делать нам фотографию, все. И фактически такой программой, если мы, вот как я вот показывал, уже подключились вот так вот удаленно к нашему Xbox, мы можем спокойно записывать видео с него и получать удовольствие от этого. Единственное, еще раз повторюсь, микрофон вот так выставляется. Здесь выставляется микрофон и желательно, допустим, 85%, потому что если сделать сильно много, могут быть шумы. Все, всем спасибо за просмотр, с вами был Евгений Погребишский. И до новых встреч!